у нас будет такой выпуск. Хотим сделать серию выпусков про кондо в разных районах, потому что когда мы сюда собирались ехать, ну, именно в Паттайю, потому что мы тут никогда не были, мы столкнулись с такой проблемой, что мы ничего не знаем ни про кондо, нигде не находится, ни что поблизости есть, нигде море. Поэтому хотим такой небольшой обзор некоторых кондо, не все. Сегодня вот у нас будет выпуск о кондо, который находится непосредственно вблизи к нашему кондо. Вот. Давайте начнем с кондо вот Капа-Кабана. Это известная, нашумевшая, рекламированная кондо. Вот у него больше 50 этажей, у него неплохая зеленая территория, есть бассейны и инфинити-бассейны, бассейны в номерах. И уличные бассейны, у него два выхода со стороны набережной и со стороны дороги. Набережная находится в непосредственной близости. Вот посмотрите, вот она, вот кондо, и вот сразу набережная. Еще один такой момент, кондо построено так, что все номера имеют вид на море. Вот, вот этот кондо, ну, что хочу сказать, кондо не дешевый. Возможно, он стоит того, либо это такой рекламный ход, достаточно богатая. У него внутренняя инфраструктура, достаточно богатый он внутри, красивый. Стоимость номеров стоит от 40 тысяч бат. От 40 тысяч бат. Причем стоимость это не в сезон. Так что решайте сами. Ну что хочу сказать. Кондо очень хорошо расположен, так как он в шаговой доступности от моря. Буквально выйдя из кондо, вы попадаете сразу на ночной рынок Джамтьен с мельницей. Буквально, если вот так по прямой пройти, вот где Арома кафешка, за ней сразу находится 7-Eleven. Там же очень много-много кафе, что в ту сторону вы пойдете, что в ту сторону. Тоже очень много кафе. И также, если по прямой пройти, можно дойти до еще одного ночного рынка, Big Market. Также очень много там и аптек, что как косметических, так и таблетированных. В ту же сторону также. Еще что, до рынка Рампуа где-то примерно минут 10 пешком можно дойти. До рынка Ратанакорн, фруктовый рынок, вы пешком дойдете ориентировочно за минут 30. Вот, вот такая вот доступность ко всем необходимым местам, которые вам могут понадобиться за время вашего отдыха. Ну, что хочу сказать, очень хорошая локация у этого кондо. Единственный минус, он очень дорогой. Очень дорогой. Считаю, что здесь долго жить не стоит в этом кондо. А отдохнуть, почему бы нет, с шиком. Я считаю, что даже очень-очень большой плюс. Еще хочу заметить, в конце видео я скажу, в каких кондо вообще в Паттайе можно жить с животными, потому что очень мало кондо, буквально 2-3 кондо, где вас пустят с вашими животными. Поэтому, если вы собираетесь ехать с животными, вам стоит раскошелиться, потому что эти кондо, которые пускают с животными, они не дешевые, либо вам придется снимать виллу. Вот так. Да, вот, значит, вот этот кондо непосредственной близости, это Капа-Кабана. Следующий кондо, который тоже достаточно близко находится от Капа-Кабаны и к морю, это кондо Аква. Еще раз хочу уточнить, что мы снимаем сейчас кондо, который находится в районе Джамтьен, то есть непосредственной близости к нашему кондо. Мы сейчас не охватываем все кондо этого района. В следующем видео мы покажем кондо, которое чуть-чуть дальше уже к выезду с Джамтьена находится. Сегодня просто показываем кондо, которое в непосредственной близости находится от нашего кондо. Вот сейчас идем к кондо Аква. Насколько я знаю, кондо Аква был построен примерно где-то в 2019 году. И вот цвет говорит сам за себя, он синего цвета. Сейчас у него такая проходит небольшая реставрация. Выглядит он не очень пристойно, там одно здание отреставрировали, покрасили, второе сейчас красят. Поэтому, как бы вы не пугайтесь, увидя его, насколько я знаю, кондо неплохой. И, кстати, он может подойти и как на короткий срок, так и для долгого срока проживания.
Вот сейчас мы проходим вдоль вот этого ночного рынка с мельницей. Вот он прям идет. И по левую сторону, получается, у нас будет Конда Аква. Вот это как какой-то бутик. Отельчик небольшой тоже. Вернее, резиденция. Конда Аква имеет 7 этажей. Также есть в нем 2 бассейна, один из которых на крыше находится. Он чуть меньше. Территория достаточно зеленая. Внутри мы там не были. Знаю только вот такой минус. Не знаю, минус он для кого-то или не минус. Для меня это лично минус. Нет в номерах стиральных машин. Но вроде как на территории Конда есть своя прачечная. Но хочу же сказать, почему для меня это минус. Потому что здесь реально жарко, и вещи приходится стирать каждый день. Единственное, что во всех Конда разница стоимости воды и электричества разная. То есть не знаю, от чего это зависит, от возраста Конда, от управляющей компании, еще от чего-то. Я так думаю, что если там не стоят стиральные машины, значит, вода, по сути, будет дороже, чем, например, у нас, где во всех номерах стоят стиральные машины. То есть уже были предусмотрены во время строительства установка стиральных машин. Ну вот этот Конда, вот такой у него синий цвет. Ну, немножко вот это здание пошарпанное, потому что следующее здание уже отреставрировано, покрашено, приобрело такой более-менее респектабельный вид. Но, тем не менее, это тоже скоро приведут в порядок. Наверху там есть такая лужайка с бассейном. Также шезлонгами можно позагорать там. Балкончики нормальные, не маленькие. Есть здесь квартиры как студии, так и one bedroom и two bedroom. Ценовая категория, ну, скажем так, от 15 тысяч начинаются здесь номера, комнаты в месяц при годовом контракте. Вход здесь с улицы получается. Также, вот смотрите, выход в ту сторону идет на дорогу. Это тоже считается первая береговая линия. Ну, как такового вида на море здесь нету. Ну, только, может быть, если с крыши будет видно. И с верхнего этажа, может быть, так. Ну, не так, конечно, как в Капа-Кабане. Также, когда вы выходите из Конда, и налево у вас получается дорога, направо у вас получается море. Буквально 2-3 минуты, и вы уже на пляже Джамтен. Очень близко все кафешки. Вот здесь есть пиццерия. Прям сразу вот здесь белое здание. Это пиццерия, кафе итальянское. Также на набережную, если пройти, очень-очень много кафе. Ну, примерно все то же самое, как Капа-Кабана, 7-Eleven. Ну, минут, я думаю, 5-7 пешком. До рынка Рампо где-то минут 10. Там же, кстати, тоже есть и такой небольшой ночной рыночек, где можно перекусить. До рынка Ротонакорн где-то в районе тоже 25 минут пешком. Я говорю все пешком, потому что не все имеют возможность взять в аренду байк либо автомобиль. Мы, когда у нас еще не было своего авто, и мы еще не снимали байк, мы ходили везде пешочком, поэтому я могу сказать примерно время пешком до этих локаций. Вот, ребят, смотрите, вот от набережной мы оттуда прошли, вот оттуда, где море. Дошли буквально до Конда Аква, поворачиваемся, вот дорога сразу идет. И сразу у нас видно три будет Конда сейчас. Это вторая береговая линия, но хочу уточнить, что до моря 5 минут, 5, не больше. То есть можно сказать, что практически на первой береговой линии мы находимся. Видите, сейчас мы подходим, нам прям открывается взору Ривьера Океан Драйв, Конда. Потом дальше, смотрите, немножко правее, если лицом к этому Конда стоять, у нас находится наш Конда Дусит Гранд Вью. Вот он. И следом за ним идет The Grand Конда. Тоже. Вот они все на одной линии стоят. Сейчас мы к ним подъедем и немножко поподробней о них расскажем. Так, ребят, вот мы подъехали к Ривьера Океан Драйв. Ну, что могу сказать? Это Конда из категории, знаете, вот я так называю, дорого-богато, но безвкусно.
Вроде так все красиво. Вот территория вот при въезде в Кондо очень красивая. Такие животные красивые стоят. Все зелененькое, красивенькое. Такие резные входные двери красивые. И когда ты входишь внутрь, сразу кажется, вау, как круто, как богато. Но потом, когда ты присмотрелся и пожил какое-то время, тебя начинает немного утомлять, и кажется, что здесь в Кондо натыкано все, вот что везде осталось от застройки, чего-то лишнее, некуда было впихнуть, и впихнули все сюда. А золотых люстр, красных там каких-то диванов с резными спинками, вазы, павлины и так далее и тому подобное. Кондо дорогой, примерно в такой же ценовой категории, как и Копакабана. Вход только по Face ID, что внутрь Кондо, что в лифте. Проехать можете только по Face ID, подниметесь только на свой этаж, либо на этаж в лаунж-зоне, либо на этаж, где вся инфраструктура, бассейны, тренажерные залы. Если вон видите, вот выступ такой, там вот находятся бассейны, тренажерные залы, дальше там тоже Infinity, лаунж-зона, есть Infinity бассейн. Это здание 43 этажа. Значит, ценовая категория начинается от 30 тысяч бат на годовой контракт. Тоже скажу, пожить на короткий срок, да, можно. Но долго жить бы, например, я здесь не смогла. Ну, это, знаете, как говорится, на вкус и цвет. Когда ты живешь здесь долго, это быстро очень надоедает. Вот эта вот аляпистость, красочность, яркость цветов. Иногда хочется прийти, и чтобы глаз немножко успокаивался, и ты немножко расслаблялся. Но здесь вот при заходе внутрь здания ты не расслабишься, потому что столько всего напихано, не знаю. Этот Кондо, например, не для долгожителей. Мне такое не нравится. Слишком все как-то безвкусно сделано, хоть и дорого. А также хочу сказать, опять же, это вторая береговая линия. Вот пиццерия, про которую я говорила, вон Копакабана. Вот где стрелочка написана, 200 метров, туда проходите на набережную, на пляж Джамсьен. Буквально 5 минут ходьбы. Если при выходе из Кондо повернуть направо, там у вас будет рынок Рампоа. С этим, с небольшим ночным рыночком, примерно где-то 5 минут ходьбы. Там же опять Night Market, вот ночной рынок с мельницей, тоже где-то ориентировочно 5 минут ходьбы. Примерно 20 минут пешком до рынка Ратанапор. И в окрестностях, вот здесь вот, рядом с этим Кондо, примерно где-то 4 7-Eleven, они прям друг за другом вот так натыканы. Голодными точно не останетесь. Ну и кафешки, опять же, что на набережной, что здесь вдоль дороги пройти, что туда пройти, ну там чуть подальше, здесь все-таки поближе будет идти. Вот, но опять же хочу сказать, что если у вас нет своего транспорта, здесь ходят тук-туки или санктео, как они здесь называются, то есть они вас довезут куда хотите. И до пристани, чтобы на Калан отправиться, и до рынка, и до Лотуса, и до Бикси и так далее. Вот такой у нас кондоминиум Ривьера Океан Драйв, район Джамтиен. Все, пойдемте дальше. Дальше по дороге наш Кондо Дусит Гранд Вью. Вот сейчас мы подъехали к нашему Кондо Дусит Гранд Вью. Он в непосредственной близости от Ривьера Океан и от Копакабана. Вот она, как на ладони. Копакабана, Аква и Ривьера Океан Драйв. Что хочу сказать про наш Кондо. Ну, значит, ну, такой подуставший кондик немножко, но нам он очень нравится. Все здесь спокойно, зеленое Кондо, ухаживает за территорией. Небольшой спортзал есть, такой себе. Бассейн, который всегда занят детьми. Что мне нравится в нашем Кондо? У нас достаточно большие балконы. И на этаже комнаты расположены так, что квартиры, вернее, расположены так, что
соседи друг другу не мешают. То есть нет такого длинного коридора, как в общаге, что вот они друг на друга натыканы. Идет вот так по кругу. В общем, нормальное расположение квартир. 35 этажей, сказала я. Значит, фонда 35 этажей. По карточке вход. Что еще сказать? Также очень близко от моря данная фонда. Буквально 5 минут. Вот, если вы видите, вот Капа-Кабана, вот так вот. Дорогу переходите, сразу сворачиваете и до моря. Буквально 5 минут. Еще, ребят, хотела предупредить, что у нас нет цели сделать обзор фонда. У нас обзор инфраструктуры рядом с фондом и районов, грубо говоря, где они находятся. Потому что, еще раз говорю, мы, когда сюда планировали ехать, мы не знали ничего абсолютно. Ориентировались только по фотографиям и как будто бы по названиям чего-то, не зная абсолютно, что здесь есть. И мы не знали, как туда дойти, как сюда пройти, сколько мы времени потратим. Поэтому это первая очень важная вещь, что находится рядом с вашим жильем. А уж что в самом фондо, поверьте, вам покажут риэлторы, все расскажут, впарят как надо. Единственное, что хочу сказать, вот по ценовой категории нашего фонда, мы его сняли очень удачно, нам он обошелся 12 тысяч бат. Но поверьте, таких цен вы сейчас не найдете. Вот сейчас уже не сезон. Они вроде как пишут, что на долгосрок цена 12 тысяч бат, но таких цен нет. Цены начинаются от 15 тысяч бат за годовой контракт. За годовой. Еще хочу уточнить, что здесь нет студии в этом фонде. Здесь one bedroom и two bedroom. Студии в фонде нет вообще. Также есть номера с видом на море. Очень красивый вид. Мы были на высоких этажах, там 31-32, именно с видом на море. Очень красиво. Ну, у нас, кстати, тоже с нашего 15-го такой боковой немножко вид на море, но нормально все. И плюс в том, что здесь есть в номерах, в квартирах стиральная машина. Это нас очень выручает. Давайте вот сейчас немножко пройдем. Следующий фондо у нас за грант. Они все на одной линии находятся. Дойдем до этого фондо. Покажем его и немножко скажу о нем. Вот еще хотела сказать одну такую важную вещь, чтобы вы обращали при заселении на это внимание, перед тем, как бронировать квартиру, тоже это уточняли. Не во всех квартирах проведен интернет. В некоторых фондо есть интернет только в лаунж-зоне. Как, например, это было с нашей квартирой. У нас интернета изначально не было. И прежде чем сюда заехать, мы попросили хозяина квартиры, чтобы он нам провел интернет наш, личный, в нашу квартиру. Потому что нам это очень важно. И здесь очень много квартир, где интернета нет. Поэтому, если вам он необходим, вы приезжаете надолго, просите хозяина или просите разрешения, чтобы он вам разрешил самостоятельно провести интернет. Вот за интернет мы платим 500 бат в месяц. 500. То есть, помимо того, что вы будете платить за жилье, помесячную оплату, вы будете оплачивать отдельно интернет, отдельно воду и отдельно свет. Вот. Так, ну вот смотрите, мы подошли в фонд The Grand Jamtien. Ну, что хочу сказать об этом фонде. Вот тут вот посередине вот это здание, там наверху бассейн. Почему-то, вроде такая зеленая территория у него тоже, у этого фонда. Вроде такой он с виду неплохой. Но почему-то он не пользуется популярностью. И вот вечером смотришь, практически он пустой, этот фонда. Толком ничего про него сказать не могу. Могу сказать только то, что квартиры здесь дешевые реально, намного дешевле. То есть здесь можно снять за 6 тысяч бат спокойно студию, даже в сезон. Вот. И удобное тоже расположение до моря. Также вот здесь прям вот так напрямик вы идете, у вас сразу будет пляж Jamtien. Также будет рынок с мельницей ночной. 7-Eleven, вон, прям, если вы его увидите, на той стороне. Буквально, я думаю, минут 5 пешочком. И если идти в обратную сторону, тоже где-то
в районе 5 севенов, ну, расстояние, ну, 7 минут. Также здесь все аптеки есть рядышком, что с этим Кондо, что с нашим, что с Ривьерой. Очень удобное расположение и очень хорошая, хочу сказать, инфраструктура у этих Кондо. Еще хочу сказать, от нашего Кондо и вообще от всех дуситов ходит шаттл. Он проезжает по дуситам, по дуситпарку 1, по дуситпарку 2, заезжает к нам, заезжает на набережную Джамтиен пляжа, едет в Лотус, едет в Бикси и едет в Макро. И обратно по кругу, вот так он ездит. То есть, я считаю, у кого нет транспорта, это вообще очень удобно. Ездят они достаточно часто. Мы с Вадимом даже наблюдали, ну, когда сезон был. Сейчас что-то мы даже не обращаем внимания. Полчаса интервал у них, вот такой пример. Но это можно узнать у охранника, он точно вам скажет. Но я считаю, что это большой плюс, когда ходит шаттл, когда у вас нету, к примеру, своего транспорта. Это будет вас очень выручать. Все, теперь, ребят, покажем вам сейчас лагуны. Лагуна 1, лагуна 2 и лагуна 3. Они находятся чуть-чуть подальше от набережной, но тем не менее у них своя инфраструктура есть. Пойдемте. Так, вот мы повернули на дорожку, которая идет Кондо Лагуна. Вот Ривьера. Вот сейчас мы проедем по этой дороге и остановимся сейчас у первого кондика одного из лагун. Я не помню, какая там первая идет. Сейчас мы подъедем, и вы все сами увидите. Вот такие тут дома. Ну, так скажу, что прилично так идти до моря. Ну, думаю, это не так страшно на самом деле. Так, вот уже виднеется кондик. Вот белые здания такие. Кондо состоит из нескольких зданий небольших, 6 или 7-этажных. Вот, подъезжаем, вот здесь такая территория начинается у них, красивая, зеленая. Вот уже тут вход видим. Тут парковка. Бассейн сразу. Так, ребят, вот мы подъехали к кондику Лагуна Бич 1. Вот здесь такая территория, вот такой вход. Вот сразу у нас виднеется, открывается нашему взору бассейн. Вот такие тут здания. Так, ну что хочу сказать. До моря здесь примерно расстояние, вот так вот, если вдоль вот этой дороги идти, как мы ехали, будет где-то минут 20-25 пешочком, неспешным шагом до 7-Eleven, где-то ближайшего минут 15 пешком. Также до рынка Рампо где-то тоже так же 15 минут. И до рынка Ротонакорн в районе 25 минут. Вот как бы смотрите, да, расстояние, насколько он удаленнее, скажем так, от моря и от всей инфраструктуры необходимой. Потому что так, если вдоль ехать, ничего здесь, по сути, и не встречается нам. Никаких ни кафешек, ничего. Но вот такая зато территория с большими бассейнами. То есть, если лень совсем идти на море, куда-то ехать, можно чилить здесь в бассейне. Здесь даже есть номера с собственным выходом в бассейн. Ценовая категория, скажем, на студию где-то начинается в районе 10 тысяч бат на студию. 10 тысяч бат при годовом контракте. Вот, судите сами. Ну, и опять же, что я хочу сказать. Не могу сказать, что такие Кондо, много, где много корпусов и где много отдыхающих, которые приезжают на сезон, пригодны для долгого жительства. Потому что это будет шумно, это, если вы не любите шум, то есть как бы такого уединения не будет. Но зато здесь в таких Кондо очень богатая инфраструктура внутри Кондо. Есть и свои магазины, и много бассейнов, и так далее, и тому подобное. Поэтому как бы вам самим, да, выбирать, что вам нужно. Шумно, весело и звонко. Опять же, здесь такая дорога. Мне она не очень нравится. Мы по ней очень часто ездим.
такая она достаточно малолюдная, особенно в ночное время. Много здесь подбухано ходит и так далее. Не знаю, ну, местечко неплохое. Единственное, что, конечно, вид вот из этого кондо туда на какую-то непонятную посадку каких-то зеленых насаждений, кукустиков, ну, скажем так, вида особо нет. Соответственно, вида на море и ни на какую там красивую территорию у вас не будет. Единственное, что у кого окна выходят вот туда, где мы сейчас проезжали, такой парк у них есть небольшой, там, да, будет красиво видно. А по большому счету вида особо никакого нет, ну, либо вид на бассейн. Вот такие вот виды здесь. Ну, у знакомых спрашивали про эти кондо именно Мальдивы, все 1, 2, 3. Говорят, что такие тоже подуставшие кондо, давно у них не было ремонта. Номера тоже зависят от хозяина. Если хозяин таец, то они, сами понимаете, особо не утруждаются. У них даже бывает так, что ничего в номере, ну, не в номере, а в квартире нету необходимого. Так, тайстайл, скажем так. Ремонт они давно не делают. Ну, это все надо приезжать, смотреть непосредственно уже на месте. Либо просить вашего риэлтора, с которым вы потом будете сотрудничать, если сами не будете искать, да, а через, ну, риэлтора, чтобы он вам делал видеообзор квартиры, приезжал, снимал, чтобы вы уже знали, где находится, какая территория, что рядом с территорией, чтобы не было такого, чтобы вы приехали, а тут нет ничего, и вам хренову тучу времени идти. Вы приехали на море, вам идти, грубо говоря, далеко, транспорта у вас никакого нет, вы особо взять в аренду ничего не можете. А каждый раз ездить на такси, да, но тут недорогое, я не спорю, но тоже не наездишься каждый день. Поэтому сами решайте. Если просто в кондике время проводить, да, почему бы и нет? Очень даже хорошо. Давайте поедем дальше в следующую лагуну. Все равно, смотрите, вот у этой лагуны это достаточно зеленая территория, за ней все ухаживают, поливают, постоянно подстригают. Неплохо. Единственное, что, видите, мопеды все ставят на улице. Подземный паркинг, видимо, только для автомобилей. Хотя вот еще паркинг есть. Это корпус А, тот корпус Б был. Так, это вот лагуна Бич-Ресорт, лагуна 1. Сейчас мы должны подъехать к лагуне Мальдивы 3. Вот по такой дороге она идет. Она еще дальше, получается, от моря. Вот по такой дорожке и надо будет пройти. Многие тут ходят пешочком. Мы видели, что многие люди ходят пешочком. Вот мы подъезжаем к третьим Мальдивам. Тоже достаточно большая территория. Так, ну вот так. Такой у нас кондик, лагуна Мальдивы. Как по мне, так он поинтересней. Побольше территория позеленее, бассейн получше. Единственное, вот смотрю, такие маленькие балкончики здесь. Ну, может быть, это не очень важно. А что еще здесь, какой плюс? Мы сейчас потом попозже объедем, покажем, какой здесь парк рядом. И спортом можно позаниматься, и просто на озеро с лотосами посмотреть, и побегать. Там есть беговая дорожка, и парк достаточно немаленький. Также здесь недалеко футбольное поле есть. До рынка ночного с мельницы и до моря 25 минут. До фруктового рынка будет у вас пешочком 30 минут. До рынка Рампо где-то примерно 20 минут. И до ближайшего 7-Eleven минут 15. Ну, вот как-то так. Но насколько я знаю, что здесь есть магазинчик. Кстати, в нашем кондо тоже есть магазин, в нашем Дусит Гранд Вью. Можно купить все необходимое. Вот все, что вам необходимо. Яйца, стиральный порошок, хлеб там, ну, вот, что вам перекусить быстренько надо. Вот. Вот здесь тоже вот такая большая территория зеленая. Охрана вон там сидит. Напротив вот Пальм Оазис. Про него ничего не знаю, что это, гостиница или кондик. Ничего не могу сказать. Но тоже очень ухоженная зеленая территория. Постоянно здесь ухаживают за ней. Мы сколько ни проезжали, постоянно что-то стригут, ремонтируют. Ну, в общем, не в запустении он, не в запустении. Значит, что здесь тоже есть студия, one bedroom, two bedroom. Также есть номера с личным выходом в бассейн. Ценовая категория где-то получается от 10 до 15 тысяч. Это на студии тоже
за годовой контракт. Отдельно вы также будете оплачивать воду, свет и интернет. Вот так вот. Теперь мы поедем... Куда мы поедем? А, мы сейчас покажем парк, да? И потом поедем, что у нас там по пути. Либо Дуситы у нас будут по пути парк 1, парк 2. И еще у нас осталась лагуна 2. Мы посмотрели лагуну 1, вот эта лагуна Мальдивы 3. И еще у нас осталась лагуна 2. Так что поехали. Вот этот прекрасный парк, ребят. Ну, я считаю, что, блин, Кондо так расположено шикарно, что есть парк. Куда надоело вам в этом Кондо сидеть? Пошли в парк, почилили там, взяли пивка, попили. Захотели, в конце концов, побегать, побегали. Позанимались на тренажерах. Только в жару не занимайтесь, потому что они здесь так раскаляются. Я один раз села, чуть жопу не сожгла себе. Пойдемте покажем, что здесь есть. Такие вот альпийские горки, так называемые. Очень зелено, все цветет, красиво, ухожено, мусора нет. Я считаю, что это вообще место шикарное. Сейчас вы увидите, какое обалденное здесь озеро. Здесь сейчас столько лотосов. Мы вот и приезжали, наверное, месяца полтора, когда... Ну, мы здесь часто проезжаем. Просто когда мы сюда подъехали изначально первый раз, здесь практически не было вот этих лотосов. А сейчас они разрослись, цветут. И, конечно, вид просто шикарен. Вид шикарен. Ребят, посмотрите, как красиво. Посмотрите. Ну, огонь же. Огонь. Все это когда еще распустится. Блин, здесь вечером очень много любят вот там вот беседочка. Любят сидеть вечером молодежь. На это озеро смотреть и чилить, расслабляться. Но парк большой. Вот он вот так по кругу везде все обходит. Вот так, вот так. Тут они, кстати, что-то сейчас начали строить. Я даже не знаю, что. Может быть, какой-то бассейн у них тут будет. Но что-то у них тут планируется грандиозное. Пойдем дальше. Пройдемся. Вот такой парк, кстати, редкость на самом деле. Ну, не у каждого Кондо есть такой рядышком парк, где можно просто выйти, прогуляться, пробежаться. Да даже с ребенком пройтись. Даже если у вас маленький малыш, в коляску посадил его, прогулялся. Я считаю, шикарно. Особенно, когда жара вечером немножко спадает. Вообще отлично. Ну, вот такой парк, если отсюда видно, он достаточно протяженный. Много очень снаряжений спортивных. В общем, не заскучаете, скажем так. Но единственный минус, не знаю, я не считаю как бы это минусом. Немножко он удален от всей инфраструктуры. От кафешек, от моря, от магазинов, таких как 7-Eleven. Не знаю, кому-то это минус может, а кому-то это плюс, кто хочет больше быть в тишине. Но опять же, в таком большом Кондо, не знаю, получится ли находиться в тишине, потому что все-таки такое Кондо гостиничного типа, когда всегда много людей, особенно в сезон. Пойдемте дальше. Значит, сейчас у нас по пути будет Дуситы, парк 1 и парк 2. И последний у нас будет Кондо на сегодня. Это Лагуна 2. И как бы на сегодня наш такой небольшой обзор закончим. Но опять же хочу повториться. Мы еще покажем также на Джамтене несколько Кондо, которые находятся прямо при выезде Джамтена. Возможно, мы покажем вам пару Кондо, которые находятся в районе на Джамтене. Это уже за выездом. Еще покажем несколько Кондо на Протамнаке и на Вангамате. И вы для себя выберете, что вам нравится, что вам не нравится, что для вас лучше. Насколько я знаю, например, не буду утверждать, в центре, там, в самом, где вот эта набережная, большая пляжная улица, мне кажется, там кондиков как таковых нет, больше всего, больше там гостиниц, всяких тусовок, развлечений, опять же, Волкин-стрит. И всякое такое злачное. Вот, поэтому там мы, наверное, быстрее всего не будем обзор делать. Сделаем обзор тех райончиков, небольшой такой обзор, который наиболее популярный. Это Джамтен, Вангамат, Протамнак и что еще? И, возможно, на Джамтен. Так, вот сейчас мы подъезжаем к следующим Кондо. Это у нас будет Дусит парк 1 и Дусит парк 2. Они находятся друг против друга. Неплохие тоже кондики по средней ценовой категории.
тоже со своей инфраструктурой. Эти два кондика, Дуситы, Гранд Парк 1, Гранд Парк 2, вот такая у них территория между ними. Территория очень зеленая, очень ухоженная, здесь очень много бассейнов. Есть свои магазинчики, кафешки, здесь своя как бы такая микрозона, микроклимат, здесь все рядом, и такой микрорайончик как бы для своих. И 7-Eleven, и мини-рыночек, и прачечная, и аренда байков. Как бы все рядом, все самое необходимое. И Family Market. То есть, вернее, не Family Market, он теперь Tops называется. Tops. Это раньше он Family Market назывался. Территория у этих Honda большая. Много бассейнов. Тренажерные залы. Неплохой кондик. По аренде two-bedroom сейчас, если снимать, на год стоит 20 тысяч бат. Two-bedroom. Тоже есть студии и one-bedroom. Где-то цена ориентировочно тоже 12. От 12 тысяч бат начинается, по-моему, студия на годовой контракт. Что еще сказать? До моря здесь где-то примерно минут 20 пешочком. До рынка Рампо тоже ориентировочно где-то минут 15-20. До Ротонакорна рынка пешком тоже где-то минут 20. Ну и 7-Eleven и Tops магазины. Они вот прямо сейчас мы вот так выйдем, и вы их прямо увидите. Они очень рядом. Что удобно? Вот чем удобно? Вот эти кондики два. Два Дусита и Лагуна 2. Вот она виднеется. Вот смотрите, вот Tops Deli супермаркет. Там чуть подальше, его тоже видно, 7-Eleven. Напротив 7-Eleven мини такой рыночек с кафешками. Прачечная там есть и аренда байков. Все очень удобно, все под рукой. Ну и Honda достаточно красивый, мне нравится. И ухоженный. Ну, опять же скажу, для долгожителей... Хотя у нас знакомые сейчас сюда переехали на год. Они, правда, жили в нашем кондике. Переехали по причине того, что им просто не хватало места в one-bedroom. А здесь подвернулся вариант two-bedroom за 20 тысяч. Я считаю, что это нормальная цена, приемлемая, адекватная достаточно. Большая квартира, почти 70 квадратов. Достойно. Хороший кондик. Мы тут были, ходили, нам понравилось. Для времени, для того, чтобы здесь просто отдохнуть, провести хорошо, комфортно время, считаю топчик. И нормальная ценовая категория, то есть не завышенная, как, например, в Honda премиум класс, как Copacabana, Riviera, там ценник, будь здоров, зашкаливает. Здесь вот такая ситуация. Но с животными сюда, к сожалению, тоже нельзя. И далеко до моря. И до моря прилично. Ну, а от дусиков, то есть от всех дуситов, ходит шаттл. То есть он идет, обходит дусита. Я просто не помню, в лагуну он заезжает или нет. Вроде как тоже заезжает в лагуну. Машина едет. Заезжает в лагуну, заезжает на пляж. Лотус, Бикси и Макро. Так что тоже удобно, по большому счету. Расписание, кстати, всех шаттлов есть прям в Honda. Висит расписание, то есть если будете заселяться, здесь будете жить, вам не составит труда все посмотреть. Также есть чаты Honda и Дусит Гранд Парка 1, Дусит Гранд Парка 2. И нашего Дусита есть чаты, всегда можно туда написать, у людей узнать все подробности и что вас интересует. Но опять же, если вы будете спрашивать мнение людей, как им там живется, у всех мнения, хочу сказать, разные. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Есть найдутся те, не есть найдутся все, а найдутся те, кому вообще не нравится ничего. Есть такая категория людей, которые просто ничем не угодишь. А есть люди, которые непривередливы, им нравится буквально все. Люди приехали отдыхать, они от всего получают удовольствие и наслаждение. Поэтому в любом случае решать только вам. Пойдемте, на сегодня у нас будет последний обзор. Это Лагуна 2. И заодно мы там покажем вот этот микрорайончик такой, что здесь входит в инфраструктуру этих трех Honda. Мы подошли, буквально 2 минуты прошли от Дуситов до Лагуны 2. Тоже достаточно большой кондик со своей инфраструктурой внутри, с бассейнами. Ценовая категория примерно такая же, как и в тех Лагунах, как и в Дусиках, плюс-минус.
Здесь вот смотрите, какой плюс этих кондиков трех. Здесь свой как бы микроклимат, микрогородок. 7-Eleven, Tops Deli, там 24 часа прачечная, аптеки, там же, где прачечная, аренда байков. Здесь вот мини-кафешечки такие есть, тату-салон, парикмахерская. Захотели покурить травки, зашли, купили, покурили. В самом кондо, вот здесь на первых этажах тоже везде магазинчики есть, так что здесь, конечно, вот это место в этом плане очень удобно. Единственное, говорю, минус, что до моря далековато. Но ходит шаттл. Еще подытожить хочу. Вот все, что мы сегодня делали обзор, Капа-Кабана, Аква, Ривьера Океан, Дусит Гранд Вью, Зе Гранд, все лагуны и Дусит Парк 1, Дусит Парк 2. Пешком до Бикси, Лотуса и Маркета, Маркет он называет, Макро. Пешком до Лотуса, Бикси и Макро ориентировочно идти 40 минут пешком. Почему говорю? Потому что мы ходили, мы знаем. Поэтому, в принципе, если нет транспорта, если не лень идти прогуляться, можно прогуляться и пешочком везде дойти. Но, поверьте, надолго вас точно не хватит. Ну, максимум на 3 дня. Поэтому либо такси, либо тук-туки, либо байк, либо машина. Либо сидеть, чилить просто в своем кондике, если тем более там все-все есть, если все рядом, можно не утруждаться, вообще никуда не ходить. Да, и как обещала, вот по поводу заезда с животными, принимает только животными вся сеть ориенталов и вся сеть Ривьер. Но опять же, если концепция кондо «заезд с животными», это еще не значит, что хозяин квартиры разрешит вам заехать с вашим животным. Опять же, маленьким. И хозяин еще может потребовать депозит собаки где-то в районе 10 тысяч бат. Но есть вариант жить на вилле в своем доме. Есть такой русский поселок, Дуситы тоже, сеть Дуситов. Там можно снять домик. Даже не очень плохо, примерно за 20 тысяч бат при годовом контракте. Поэтому вот так. Решайте сами. Там тоже можно и с большим животным, с большой собачкой приехать. Не только с маленькой. Потому что в кондик вы можете заехать только с маленьким животным. Поэтому, ребят, на этом мы с Вадимом с вами прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите, полезно для вас такие видео, не полезно. В следующих видео мы еще сделаем обзор других районов и нашего района, но более удаленных кондо, скажем так, уже которые при выезде находятся. Ну, там достаточно тоже очень хорошее кондо есть. Сделаем кондо севера, Вангамата и Протамнака. Все, пока. До новых встреч.